Всем привет! Хочу поделиться информацией по поводу подвеса Legos 600 для телевизоров. Скажу сразу, выбирал там несколькими моделями, но это победило тем, что как бы самая из самых недорогих, самая как бы такая универсальная. И вот ролика не нашел и решил снять свой. Значит, в наборе у нас идет набор всяких болтов. Это крепление к стене. Как мы видим, три дырочки, даже четыре. Я его разобрал. Снял заглушечки пластиковые, которые стоят вот тут вот на время монтажа. И хочу поделиться информацией обратной части, потому что она больше всего меня интересовала. На самом деле у нее есть возможность настройки уровня горизонта. Единственное, что настраивать эти болтики удобно. То есть можно вот здесь подтянуть, вот здесь подтянуть. Родной ключ вот туда никак не залазит. То есть его можно там поизгаляться, позатягивать. Но жить можно. Один раз это можно настроить. Снимается конструкция очень просто. И вот, собственно, вот здесь подвес. Все сделано из такой добротной на вид стали. По сварке замечаний нет, ничего не торчит. Швы, конечно, не волшебные, но, как говорится, для 40 килограмм вполне пойдет. То есть все проварено, все просверлено, все сходит, все втыкается. Будем вешать, надеюсь, большой телевизор. Ну, пока повесим тот телевизор, который есть. Для настройки используется шестигранник. Это для настройки вот так. А для настройки горизонта используем вот эти три фиксатора. В принципе, это вполне достаточно, чтобы вывесить телевизор. Потому что когда ты вывешиваешь, если он висит неровно, он явно куда-нибудь завалит. Так что вот так, смотрите.